всех с добрым утром. Время сейчас 7:30. И да, как вы уже поняли по названию этого видео, мы сейчас отдыхаем на острове. Остров, если кого интересует, называется Самет. Мы здесь будем находиться примерно неделю. Сейчас 4-й день. У меня уже наработала здесь прям какая-то определенная рутина. И в сегодняшнем видео я вам как раз-то ее покажу, как у нас проходит наше утро, чем мы здесь занимаемся. Так что да, если вам интересно это видео, оставайтесь вместе со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а я пошла умываться и готовиться, и пойдем с вами на завтрак. Не буду вам все рассказывать о отеле, потому что в следующем видео выйдет как раз-то влог о нашем отдыхе, и там все подробно рассказываю, да. Но сейчас суть в том, что я иду на завтрак, который проходит у нас в отеле. Не самый вкусный завтрак, но тем не менее выбора нету. Обычно я иду вместе с мамой, с Олегом, с Алисой, она, кстати, со мной в комнате. Но так как сегодня я утром снимала, я прихожу спустя 30 минут на завтрак. Супер! Самый аппетитный и вкусный завтрак. Это мой. Яйцо, колбаса, у Алисы вон сосиски, тосты, водичка, кофе и все, да. Поели просто the most delicious breakfast ever. На самом деле уже смирились с этим завтраком, все-таки как бы выбора нету, да? Ну и да, время сейчас 9:00 утра, и сейчас мы переодеваемся и пойдем на соседний пляж купаться, отдыхать, да? Обычно мы там проводим время до обеда, еще там кушаем, но как-то я сейчас слишком быстро вам забегаю вперед. Хотя, почему бы и нет, да, и так вы все равно это все увидите в этом видео, да и плюс время очень-очень быстро летит. Честно, у меня такое ощущение, будто мы только вот вчера приехали на остров, а уже как бы половина нашего отдыха окончена. То же самое и со школы, у меня такое ощущение, будто я только недавно перешла в 10 класс, а нет, я как бы неделю назад закончила 10 класс, уже через 2 месяца у меня закончатся каникулы. Боже мой! А знаете, что еще через 2 месяца? ОГЭ и ЕГЭ. Мне, слава богу, не придется сталкиваться с этой проблемой, но я уверена, что большей части моей аудитории нужна с этим помощь. До экзаменов осталось еще чуть больше 2 месяцев, а это значит то, что у вас еще есть шанс качественно подготовиться на необходимый вам балл. Если не сработал план А, то поможет план Б. Но как, Настя, это сделать? На самом деле, очень легко. Хочу вас познакомить с онлайн-школой Сотка. Одна из крупнейших школ в России, в которой отучилось более 60 тысяч учеников. И каждый третий сдал ЕГЭ на 80 плюс баллов. В этой школе кайфовая обстановка, что вам даже не захочется пропускать занятия. В школе преподают опытные и молодые преподаватели, с которыми вы будете на одной волне. У вас также будет свой персональный менеджер и наставник, которые помогут вам и не оставят вас в трудную минуту. Быстрая проверка домашки с подробным разбором каждого задания. Пробники каждый месяц, а уроки можно смотреть так и онлайн, так и в записи. И прямо сейчас идет запись на курс экстренной подготовки за оставшееся время, который называется план Б, по которому вы еще успеете пройти всю программу заново. И все это вы можете приобрести по самой минимальной цене от 4500 рублей в месяц за 4 предмета, которые вам нужно сдавать. Не упустите свой шанс подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ эффективно и без стресса. Переходите по ссылочке в описании, оставляйте заявку на пробный урок, вам перезвонят и ответит на все ваши вопросы. Также у меня есть специальный для вас промокод на скидку 10%. Используйте его, и да, всем удачи!
Но мы с вами возвращаемся к видео. Если вы думали, то, что соседний пляж находится близко, то нет. Он находится где-то в километре, да? Да. Да. И мы туда идем пешочком, по солнцу. Ну что, добро пожаловать в наше private, так сказать, место. Здесь море, пляж, лежаков, куча гамаков. И мы здесь проводим все наше утро, отдыхаем, пьем шейки, купаемся. Прямаемся в букашек. Прямаемся в букашек, потому что здесь их очень много. Вот этих вот страшных монстров, чтобы вы понимали, здесь куча. И он сейчас дохлый, а когда они живые, они еще летают. И вот такого вот размера. На меня вчера такой упал. Понимаете? Честно, я даже не знаю, что вам снимать, что рассказывать, потому что мы просто сидим, отдыхаем. Я иногда захожу в воду, купаюсь, и как бы ничего особенного. Да, время, кстати, уже 11, и сейчас мы уже будем кушать. Просто такой, знаете, на чиле отдых, спокойный релакс. Единственное, я очень-очень боюсь то, что в какой-нибудь момент на меня что-то свалится с дерева, потому что, как я сказала, вчера на меня упал жук. Еще вчера говорили то, что там была змея, и я просто обожаю всех этих животных. Так что, да. Вот наше любимое кафе, и причем единственное нормальное, наверное, здесь. Оно находится в отеле, который называется Викинг, и здесь очень вкусный ресторанчик с вкусной едой. Мы здесь уже третий день обедаем, и это самая вкусная еда на этом острове. Что мы снимаем? Мой прекрасный загар. Красная морда лица, белая морда лица. Ну что, вот он наш сегодняшний вкусный обед, главное. У мамы у единственный тайский салатик. Да, только какой красивый. Да, с креветками, с помидорчиками, в общем, салат. А у нас у всех чизбургеры. У нас с Олегом с говядиной, а у Алисы с курицей. Мама единственная на правильном питании. Шейки, фанта. Всем приятного аппетита! Спасибо! Back in the room. Время сейчас час дня, и сейчас у нас будет сонный час, тихий час. На самом деле никто не спит в это время, просто у нас отдых 2 часа, так как на улице очень-очень жарко, очень сильное солнце, и никто обгореть не хочет, так что мы в это время находимся в номере, отдыхаем. Я занимаюсь контентом, видео, делами своими, и
Да, вот такое вот у нас утро. Кстати, пока мы гуляли, к нам пришли и убрались в номере, так что я готова вам сделать рум-тур наконец-то. Во-первых, когда мы с вами заходим, мы видим вот такой вот небольшой столик вместе с двумя стульчиками, на которые мы, кстати, никогда не садимся. В основном мы туда кладем наши вещи. Два больших окна, которые в основном закрыты, но когда они открыты, то в комнате появляется просто куча-куча света. Конечно же, наша кровать с Алисой. Алиса спит на этой стороне, я сплю на той, потому что там у меня есть специальная тумбочка с нашими вещами, и как бы здесь еще розетка, так что для меня это просто супер удобно. Конечно же, кондиционер, шкаф, который лучше не открывать, потому что там пипец, телевизор, который никогда никто не включает, холодильник с фруктами причем, и вот такое вот большое зеркало. Боже мой, какое у меня красное лицо. Ну и, конечно же, наш душ с туалетом. Он вот такой вот миниатюрный, все беленького цвета. Очень миленько, в общем. Да, я считаю то, что на этом можно и заканчивать эту morning-рутину, потому что я вам показала все, чем мы занимаемся на острове. На самом деле ничего необычного, достаточно скучно, но в этом и суть самого отдыха, для того, чтобы отдохнуть, релакснуть, и потом, когда мы уже вернемся обратно домой, вернуться к делам, к работе, вот этому вот всему. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ждите влог. Не знаю, в каком он будет формате, но, скорее всего, будет большой влог, так что ждите. И да, я вас всех целую, до скорой встречи и всем пока-пока!